На стадионе Бутовской школы номер 2 в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор» состоялся хоккейный матч между командой «Легенды хоккея» и сборной жителей Подмосковья. Инициатива замечательная, то, что она не просто прижилась, а набирает свою популярность, как раз, наверное, лучшее подтверждение того, что людям это нужно, да, и это, что называется, зашло. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский возглавил команду жителей, в которую входили спортсмены-любители и юные воспитанники хоккейных секций. Также на лед вышел министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. А главными звездами на площадке, безусловно, были легенды хоккея. Проект будет жить долго. Легенд хоккея у нас много. С каждым годом заканчивается все больше и больше великих хоккеистов. Поэтому будем популяризировать здоровый образ жизни, спорт. И самое главное, получать радость от этого. Не только жители, но и для нас это особые дни. Несмотря на непростые погодные условия, матч посетило порядка 2500 зрителей. Многие из них даже не родились, когда Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Виталий Прохоров и другие ковали славу отечественного хоккея. На мероприятие местные жители пришли целыми семьями. Во-первых, выходной, во-вторых, знаем то, что сегодня открытие катка, вот, будет матч, вот, ну и, соответственно, с семьей решили прийти сюда посмотреть. Но где я их еще смогу увидеть? Фетисова по телевизору, а Якушева только здесь. Это легенды нашего хоккея. А мы пришли насладиться хоккеем. Посмотреть хоккей и отдохнуть. Все-таки выходной, зима, интересно посмотреть хоккей. Игроки команды любителей вряд ли могли представить, что когда-нибудь выйдут на лед против таких именитых спортсменов. Достаточно интересно поиграть против обладателей Кубка Стэнли, олимпийских чемпионов. Но только погода не очень, и из-за этого хоккей немножко теряет свою. Игра завершилась со счетом 9-5 в пользу профессионалов, тем самым продолжив их беспроигрышную серию. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.